Чуть-чуть будем готовить. У нас есть барашка. Вот она. Но что я буду готовить? Кто нам будет помогать? Нам будет помогать вот этот пацан. Его дочь. Его тетя. Сестра. Дядя. Король. Валет. Туз. Антрикот и покемон. Значит, нам в подмогу будет майонез Махеев. Бля, сейчас за рекламу заблокирую. Потом соль. И кетчуп. И сейчас будем делать красивую аджику. Все. Начинаем делать аджику. Пожалуйста, погодите. Жопу сюда. Так. Его имя Курдюк. Курдюк? Блин, ну и слово. Вот это жопа все-таки. Нам нужен люк. Люк без сон. Также у нас есть веник, чтобы шлепать по попе. У нас есть петруха. У нас есть укроп украинский. У нас есть, блядь, о, вот это хуйня, блядь. Еще один нож. Эми, лук чистить. Эмираль вепон. Чистить лук. Да. Что, давай теперь стол без лиц нахуй, короче. Так, без лица. Все, чисто стол. Так. Теперь. И сучара. Ты уже снимаешь, ты говори, когда снимаю. Снимаю. Уже снимаешь? Уже 12 секунд снимаю. Все, дамы и господа. У нас сегодня в аудитории, блядь. Еле достал эту хуйню. Абхазская. Красная. Только понюхай, понюхайте. Вот с этой шнягой. Кусок мяса. Это вам не хлеб. Да вон нормальный сейчас кусок будем... мяса там должен. Эй, помощник, помогай. Сейчас будем хлеб. А, блядь. Так, есть, так. Что мне для этого нужно, мои дорогие анимешники? Это я называю аниме-шашлик. А? Тебе этого не понять. Вообще, это будет у меня, короче, типа стейк. Так. Весь чищу? Начнем с... Весь чищу? А? Весь чищу? Да. Начнем с вот этого. Берем, значит, вот эту хуйню. Аккуратненько вот это лечо сюда ебеним. Вот так вот. Эй, император, сними мой тоже этот лук, как я чищу. Пусть тебе видят, как надо лук чистить.
Главные роли лук и базилик. Ложечку же я принес. Где эта ебанутая ложка, блядь? Вот она, блядь. Эй, ручня как это? Давай, алибека. Армянский композитор. Как вы вообще смеете? Слушайте, что вы вообще себе позволяете, а? Вот так вот, совсем вот так, чуть-чуть, ну, блядь, можно еще чуть-чуть. Ну, хули угорайте, блядь, над моим симфония, это симфония, ребята, тише, блядь. Ну, это, блядь, муравьям букашка. Так. Так, где? Блядь, огромный нож, кто-нибудь видел, ёпту вашу мать, где она? Вот, спасибо. С линейкой. Купил специально, чтобы, ну, линейка отдельно не этот была. Вот этой хуйней сейчас эту хуйню буду вот так вот делать. Ну и вот это тоже. Well, let's move. Зачем я это делаю? Чтобы ее отрезать. Пошли, сучара, по хуям. Я придумал. Так, вот так вот я беру и сюда добавляю. Так. Да. Теперь его имя Кинза. Его зовут Кинза. Так, сюда иди, Араманаджан, моя любимая Кинза. Так. Вот так вот. Бля, надо было бы больше хуйни взять. Ничего. И хлеба не забудь. Эй, это видео ты скинешь, сразу будет писать «хочу хлеба». Так, чуть-чуть вот этой сиреневой травы. Сиреневой травы совсем чуть-чуть. Ёб твою мать. Да. Походу, эти твари сожрут все мясо, пока мы ее маринуем. Нихуя они не сожрут. Так. Вот так вот. 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 Вот эти привез. Какой ты красавчик. Вот этот. Кого? Костерный, что ли? Кого, чего? Вот это. Хуй. Спирт. Таблетки. Хуй спирт, да. Таблеточки. Так, ну-ка дайте вот этот прекрасный, сладенький, хороший, тепленький майонез. Так это лечо. Что за запах? Что за ядерный запах? Ну-ка понюхать. Да, я тоже понюхаю. Получай, вонючий стакан. Ну-ка сюда иди. Короче, вот это. Свежие кусочки мяса. Добавляем так чуть-чуть паприки. Совсем чуть-чуть паприки. Это рецепт от моей соседки, бабушки. И очень тесты. Когда умирал, вот это было. Девочка, я тебя накормлю. Okay. Мясо любишь? Okay. Кто я? Конечно. Конечно, да. Этого всего достаточно. Так, и вот это золотистая семечка. Че? Ничего, я чуть топором не ударил. А ты что под ногами будешь? А? Какой? Вы видели здесь этот зажигалку где-нибудь? Красный. Спасибо, не курю. Хорошо.
Короче, я вот сделаю. Красивый огонь, прям прелесть. Ух, блядь, он жарит. Значит, вот этой хуйней. Кусочек мяса. Значит, берем помощник. Kommen zu mir und achten die Deutsch. Держи тазик. Как скажешь, величайший. Так. Так, значит, первый кусочек мяса. Антрикот. Антрикот, короче. Следующий. Так, и вот так вот. Аккуратненько, как... Это я называю этот. Аниме стейк. Аниме. Стейк вот это, из анимешника. Вот это я сам лично вырезал. От чермандера спинка. Чермандер! Покемона, да? С покемон. Поймали его в покемонгу на дереве. Вот эти четыре, наверное, хватит. Купили эту хуйню. Для чего? Берем, значит. Ложку помоем, чтобы грязная не было. Смотрите, какая чистая. Весь стол загадил. Держите, товарищи. Сейчас. Смазываем. Так вот. 100 рублей стоит эта хуйня. Так, блядь, смазка. Стейк будет, клянусь. Вот это тоже очень хорошее пиво. Я просто рекомендую. Сейчас мы его тоже аджикой смажем. Чтоб вкуснее было. Вот так делаешь. Сейчас. Вот так. Хорошо. Итого. Ёб твою мать. Хорошо. Итого. 34. Твой преподаватель, походу, был. Ох ты. Хорошо. Пойду за лопаткой. Вот это молодец. Ара, Джанарзан, принеси, пожалуйста. Зачем? Ох. Нужен был, я вот не понял. Ты узнаешь потом. И давай не пизди, неси эту хуйню, лопатку. Блядь. Твою мать. Рука чуть в барбекю не превратилась. Специально для вас, мои дорогие анимешники, готовлю этот. Ёб твою мать, отлипайся. Сочный, блядь, и посмотри, блядь, вот это мясо. Ебию мать. Ох ты мой молодец, как ты сальто сделал. Какое сальто, сальто-пальто он ебанул, блядь, без рук. Значит, берем вот эти краски специально для, как это, гуашью. Сюда иди, мой кувшинчик. Начинаем разукрашивать наши картинки. Вот так вот потихонечку. Вот так вот. Тут чуть-чуть красного не хватает. Вот здесь вот. Ну, контраст. Как бы аниме, чтобы рисовать. Вот это манга, блядь. Хуянга. О, красиво я нарисовал этот кусок мяса. Так. Сейчас я еще нарисую, блядь. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 кусков мяса. И так. Ёп. Ну-ка, повернись. Блядь, вот эту хуйню я разукрашивал. Не помнишь? На, блядь. Сейчас. Хунуда. Йомете, кумите. Так. Ибадачи. Такеда! Тащи бревно! И самое главное, Эмиральд. Что? Ну-ка! Соль посыпай. Так покажи! Вот так вот. Как? Ну-ка, подожди-ка. Ну-ка, как это ты сделал? Вот так вот. Да. Сол. Сол калибр. Так, сейчас ты попробуй. Иди сюда. Тарантинский Квентин. Вообще похуй. Сейчас вот этот. Вообще похуй нахуй. Сейчас вот этот кусочек я тебе отрежу. Сюда. Роли. Получая. Твою мать. Ну, покушай-ка. Да, когда я съем этот кусок, его вкус кушать не нравится. Когда я положу его в рот. И когда я положу его в рот, вкус внушит мне матрица. Кипело в Ментос рекламировать. Как он пил? Не важно, что ты несешь, сырость ты ощутил. Ты смело свежий полон сил. Полон ты идей, свежий решил ты. Со свежий полон сил. Свежий жизни вкус, ты смело. Свежий жизни ты смело, свежий полон сил. Ментос. Свежее решение. Да. Свежий мясо. Блять. Что скажете, дорогой подписчик? Рок-н-ролл. За рок-н-ролл. За рок-н-ролл. Открывай. За хлеб. Давайте, друзья. За аниме. Ох, бля. За аниме. Воу! С Новым годом! Ребята! Получай мой самый. Так жил. Вот они, куски мяса. Вот эта косточка, ее не кусать. Вот он. Вот так вот делает. Ну, в смысле, лук, вот так вот, квасит, и все нормально. Так, подожди, пятрушка. Папа, а это же этот, кто? Укроп. Отнеси это детям, это женщинам и детям отнеси. А хорошо. Мы покушаем. Хорошо, вот это. Отец. Вот это. Босс! Стой! Подожди. Вот еще. Опа! Приятного аппетита! Приятного аппетита, брат мой! Эмираль! А? Чё? Вот этим самым человека убивают на зоне.
Ай, блин. Вот так. Что? Да. Мало? Нет. Лучка добавь. Я же, блядь, заеду. Генерал, принеси еще кусок мяса, а? Пожалуйста. Yes. Да. Что там? Кушай, блядь! Что, дорогие друзья, в общем так, ставьте стейки, подписывайтесь на мой мангал, ждите еще этот, как его, кулинария Ашота, кулинария, вот вкусного Ашота, я вам приготовлю чё по кайфу, арачмару, чмарамару, чермандера, дерачмера, чё по кайфу, с хлебом без. Хлеба нету. Все забрал этот, блядь. Кабинчик. Желаю вам, мои маленькие анимешники, чтобы минимум вот этой хуйни.